Перед каждым занятием разминка – это самое главное в любом виде спорта. Однако профессионалы скандинавскую ходьбу всерьез не воспринимают и спортом не признают. А зря. Ведь во время такой ходьбы работают все группы мышц. Эффект от таких занятий на себе испытала и Анна Берегова. С сентября месяца я ее не болела ни разу. То есть как бы промокшие ноги для меня уже не страшны. То есть это и укрепление иммунитета. Заметила, у меня в спине были боли. То есть как бы состояние вот спины улучшилось, да, и плюс при системном, конечно, при системных занятиях происходит стройнение. Это спортивное направление в Череповце появилось ровно 2 года назад, а клуб любителей скандинавской ходьбы открыли в октябре этого года. Занятия проходят каждый день во всех районах города. 70% людей – это люди вот, золотого возраста такая, ну, люди свободные. Как-то узнает по-разному, но тем не менее приходят за эмоциями, за настроением. Девиз у нас такой – шаг за шагом, день за днем, за здоровьем мы идем. Любители скандинавской ходьбы себя называют нордиками или скандинавами. Вообще, это одна большая и дружная семья. Именно с ней сегодня свой день рождения отмечает Тамара Михайловна. Самое главное мы желаем, чтобы ты всегда такой была молодой, всегда такой энергичной, была вместе с нами, чтобы километры, которые ты проходишь, они были все дальше, а годы все меньше. Потому что так выглядит 75, это отлично. Спасибо. Счастливые, румяные и подтянутые. Плюсов от этого спортивного направления много. Есть и минусы. Желающих заниматься всегда больше, чем спортивных аксессуаров, говорят инструкторы. Решить эту проблему череповецким спортсменам помогла компания «Северсталь». Она подарила клубу 60 новых комплектов специальных палочек. В честь 60-летия «Северстали» мы вот проводили флешмоб. Прошли 60 километров, 60 ветеранов. И получили в награду палочки. Назывался, значит, мероприятие «60 шагов к здоровью в едином строю». Вот, и поэтому как бы 60 участников, 60 пар палочек. Да, это от «Северстали» мы получили в подарок. По словам инструкторов, это универсальные палочки, телескопические. Их длину можно регулировать. Теперь клуб любителей скандинавской ходьбы сможет полностью обеспечить всех своих спортсменов. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.